Чемпионы и призеры Олимпийских игр в Токио посетили Муфтия Республики. Дагестанские спортсмены поделились духовным лидером своими впечатлениями о происшедшем турнире. Они рассказали о подготовке к чемпионату и тех трудностях, которые им пришлось преодолеть, прежде чем подняться на пьедестал. Шейх Ахмад Афанди поздравил спортсменов с прекрасным выступлением и напомнил о необходимости благодарить за это Всевышнего. Один совет тоже хочу вам давать. Надо тренера, вашего учителя благодарить. Почему я это обращаюсь к вам, говорю? Потому что большинство молодежь на вас хотят вот приравняться, с вас хотят пример брать. Если они увидят, что вы учителей уважаете, они тоже будут уважать. Хотим поблагодарить вас за ту работу, которую вы сегодня делаете для, только для нашей республики и для нашей страны, и не только. И мы хотим пожелать вам здоровья, терпения, долгих лет жизни. Мы всегда рядом, чем можем помочь, всегда мы рядом. Услышали очень много хороших советов, постараемся к ним прислушаться, точнее не постараемся, а прислушаемся, потому что все, что было сказано, это действительно так, и я всегда стараюсь прислушиваться к старшим, тем более к таким старшим,